Александр, с победой. Твой комментарий у сегодняшней встречи. Ну, была очень трудная игра. У Шиника очень квалифицированная группа атаки, поэтому они создали нам большие проблемы. Конечно, облегчило то, что мы забили быстро гол и стали играть, так сказать, по счету. Все довольны, все рады победе. Расскажи со своей стороны, как был забит мяч. Сначала ударил ты же в штангу, а потом удачно сыграл на подборе. Ну да, мы до углового сайдой Лисенковым договорились, что я пойду на ближнюю штангу. Так получилось, что Олег Шалаев хорошо подал. Я ударил штангу, потом так повезло, что мяч отскочил ко мне, и я добил уже его ворота. Во втором тайме случился большой такой снегопад. Защитникам тяжело было? Конечно, тяжело. И мяч скользкий, и погодно, и холодно тем более. Но что делать, приходится играть, ничего не остается. Спасибо.